помню, в детстве мы подъезжали к кольцу, где был пост ГАИ, и у меня папа говорит: крадешься? Боишься? По впереди идущую машину. Вот и есть какие-то вот слова, вот высказывания или что-то, вот, да, которые были в жизни, которые ты помнишь потом, вот именно дословно, и как они прозвучали, потом помнишь всю жизнь. Вот это я вообще-то запомнил. Это у нас по дороге в мелиоратор в Йошкар-Оле, мелиоратор — садоводческое товарищество. И там было кольцо, оно и сейчас есть, но там на кольце был пост ГАИ, теперь его убрали. Что-то там, я не знаю, блин, почти каждый раз останавливали. Ну, машин было мало, некого было останавливать. И, кстати, про красное и белое хорошее разъяснение дал Альберт категории Е, что они едут медленно, потому что у них бутылки. Вот. Тоже мне как-то запомнилось. Вообще, конечно, я говорю, есть блогеры типа Лев Толстой, такой как Альберт категории Е. Это, конечно, безусловно, великие блогеры. Именно такие, какими они должны быть. А какими они должны быть, никто не знает. Но видимо, то, чем мы должны быть, именно это... Этот тон задают как раз люди, которые умудрились чем-то стать или которые чем-то являлись. Все люди чем-то являются, но не все, как бы, не все это доводят до сведения других людей. Вот. Так, это те, кому удалось это довести до сведения других людей. Вот и все. На Москву. Трасса М7.